первом квартале 2012 года произошло 264 дорожно-транспортных происшествия, в которых был ранен 321 человек, а погибли 60. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, забайкальцев погибло почти в два раза больше. Печальное лидерство у краевого центра, в Чите серьезно пострадавших, стало практически в 2,5 раза больше. Причины ранений и смертей банальны до обидного, повторяясь из года в год. Чаще всего водители элементарно переоценивают свои возможности, нарушая самые простые правила. В основном вот краевой центр – это наезд на пешеходов и на пешеходных переходах, и в неустановленном месте. Это вина как и водителей, так и пешеходов. Это вообще беда краевого центра – наезд на пешеход. Следующий вид – это опрокидывание транспортных средств. То есть водитель не выбирает установленный режим скоростной, совершает опрокидывание. В том числе очень страшно, что в этих дорожно-транспортных происшествиях страдают и гибнут дети. Ну, также еще вид нарушения – это выезд на полосу встречного движения. Главная беда на дорогах не только нашего региона, но и всей страны – водители, севшие за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В прошлом году по вине пьяных водителей погибли 124 человека. Серьезное подспорье в работе камеры видео- и фотофиксации, работающие в авторежиме. С их помощью за нарушение ПДД уже привлечены более 20 тысяч автовладельцев. Выписано штрафов на общую сумму около 8 миллионов рублей. Также на заседании рассказали, что запланирована установка дополнительных светофоров на перекрестках Амурская-Журавлева, Бабушкина-Курнатовского, Чкалова-Журавлева, а также на проспекте Белика напротив Гермеса.